Сегодня в 10 утра прибыла часть кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG-1. Оставшиеся корабли придут уже завтра в старый круизный терминал Таллинского порта. Первостепенная задача – продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря и провести совместное учение с эстонским военно-морским флотом. Прибывшие корабли проведут рутинные операции и тренировки в Балтийском море вместе с соседними странами-партнерами и странами-союзниками. НАТО регулярно развертывает морские силы в Балтийском море, чтобы поддержать надежный и действенный оборонительный потенциал в соответствии с договорными обязательствами. По словам командора ВМС Эстонии Юрия Сайска, уже на следующей неделе планируется начало учений совместно с эстонскими морпехами. Совместные учения с эстонской стороны также будут проводиться для установки и обнаружения мин. Все это проходит благодаря финансированию государства. Мы практикуем военную защиту как в воздухе, так и в море. Это достаточно обыденная практика для стран НАТО. Три уже стоящих фрегата в порту пришли из международных северных вод Норвегии. Там они были на учениях, которые назывались «Холодный ответ». По словам командира Ванде Санде, они пришли из мест с более жестким климатом, благоприятные условия для проведения учений. Мы всегда стараемся тренировать нашу совместимость для того, чтобы мы всегда смогли оперативно совершать слаженную работу как альянс. Нам надо всегда подтверждать, что мы в максимальной боеготовности и полностью можем положиться друг на друга, включая эстонский военный флот. НАТОвские корабли простоят в старом круизном терминале еще как минимум неделю, а на следующей неделе на смену им придет уже другая группа военно-морских сил Альянса.